Да. Ха-ха. Всем привет, друзья, это Доминус. И сегодня мы с вами смотрим Агуста Ди, который щука, который мини-юнги, который наш самый любимый котик. Значит, сегодня мы с вами смотрим с русскими субтитрами, обязательно сказать, с русскими субтитрами. Посмотри клип на Агуст Ди. Агуст Ди — это его псевдоним, это его микстейп. Песня тоже называется Агуст Ди. Я слушал эту песню, не смотрел, по-моему, клип, а может быть и смотрел, но точно не с русскими субтитрами. Сказали, что тебя удивит. Удивит текст, который там. Я сказал, типа, хорошо, обязательно с русскими субтитрами посмотрю. У меня была мысль его смотреть, но без субтитров. Но тут я вспомнил. Короче, мы с вами будем все видео, где будет какая клипы, какие-нибудь песни, концерты, будем смотреть с субтитрами, потому что текст у них очень глубокий, текст у них очень проникновенный, очень душевный и действительно заставляет тебя задуматься. Последнее видео можете посмотреть в подсказках вот здесь. Вот подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, друзьям рекомендуйте. Ссылка на плейлист с остальными лекциями будет в описании под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам первыми приходили оповещения о новых видео. Я прочитал прямо сейчас, как Агуст Ди, так бла-бла-бла. Чуть ли понятно, но поехали смотреть. Насколько я знаю, эта песня всем его хейтерам. Господи, надеюсь, меня не забанят за перевод, который я юзаю здесь. Вот, заметьте, даже минус отличается от всего того, что делают сейчас современные псевдо-рэперы. Это песня 2016, по-моему, года, если ничего не путаю. Минус очень качественно сделаны, очень много звуков, очень много сам, всяких бэков и подголосков. Это очень прикольно. Подождите. Ой, не буду останавливаться. Нет, буду, я хочу сделать погромче чуть-чуть себе. Он миллионов за год! Билборд, они взяли. Даже учитывая, ты хочешь смело владение языком? Точно? Я хотел сказать, что даже учитывая то, что он там матерится, это все равно как бы понятно делает, а вообще суть того, чтобы ответить своим хейтерам. Ну, насколько я знаю, он заткнул этой песней просто пасть всем абсолютно, всем, кто там на него гнал, на него орал. Значит, но учитывая даже то, что он здесь и матерится немного, все равно сравнения, всякие эти примеры очень клево подобраны. То есть он там сказал типа про 500 000 дисков за год, про Бразилию и Нью-Йорк, про билборд, про его паспорт. То есть он не говорит тупо обычные какие-то примитивные вещи, он приводит какие-то необычные, интересные сравнения. Что значит G, U и STD? Напишите в комментариях. Это круто, реально. Очень качественно сделано, это качает. Извините, я сбросил свой микрофон. Я штатив просто. Я дернул руку, и штатив просто улетел. Я надеюсь, я это выдержу.
Я хотел, я уже забыл, что хотел сказать. Я хотел сказать про то, что типа сначала он был в каком-то этом, в каком-то вот этом вот фургоне, а теперь он типа на каком-то этом ездит, на каком-то грузовике. Типа он вышел из своего фургона и отправился в мир. Погнали. Но я хотел сказать не это. Очень клево сведен его рэп. Ну ты прямо себя знаешь, чё? Ну, есть за что. Как он визжит вот именно, это так, как крик дьявола какой-то вообще. А ты крут, ты не так прост, как кажется на первый взгляд, Шуга. Ты, оказывается, очень двойственный человек. Не двуличный, а двойственный. Говорю, как мне говорят, говорю, как мне не исправляют в комментариях каким-то видео. Ты двойственный. Ты можешь быть вот таким вот опасным секси-боем американским, панком каким-то, панка-рэпером. Что я несу? Значит, песня очень клево сведена. Это его шепелявость, ну, я даже не знаю, шепелявость это или нет. Короче, у него же голос, он не просто ровно, у него такое присутствует чуть-чуть. И эта шепелявость, тихо, и это его, ну, будем называть шепелявость, окей. Шепелявость, она ему придает какой-то такой немного прикольный оттенок его рэпа, его читки. А вот а второй куплет он просто взял, даже я так не могу, когда говорю, под сигнал свой дело, как не делите, даже я так быстро не могу. Вот он читает около, по-моему, говорили, 117 слогов за 14 секунд, или 117, нет, ну, да. Где-то что-то кто-то подводил. Я вот совсем недавно слышал 117 слогов за 14 секунд. Может быть, и не такие цифры, но примерно, я думаю, что я прав. Короче, это очень прикольно сделано. Субтитры, ой, субтитры, ну, если в вашу сторону льется хейт, то как вы еще будете отвечать им, если не таким эффектным, каким-то переменным постоянно. Кстати, перемены кадров тоже очень прикольно сделаны, очень съемка эффектная. Как будете еще отвечать им, своим хейтерам, кроме как вот такими вот эффектными, быстрыми, клевыми песнями, такой лирикой, такой тематикой клипа. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, держите руки, ссылка на плейлист с ними, реакциями будет в описании под видео, нажимайте на колокольчик, чтобы вам первый видели оповещение новых видео, ничего не понятно сказал. Ну и чё? Неважно, я же не Агус Ди, я Агуст, но я тоже Ди. Я не Ди, я... Ой! Ссылка на плейлист с ними, реакциями будет в описании под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, когда друзья, добавляйтесь. Напишите в комментариях, какие рекомендации вы бы еще хотели увидеть на канале. Всем до встречи, увидимся с вами на Монтанах. Всем пока-пока.